целью стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке в райцентре прошла очередная ярмарка выходного дня. В ней принимали участие крупные сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств. В торговых рядах был представлен широкий ассортимент продуктов. Это молочная продукция, овощи и фрукты, различные крупы, кондитерские изделия, а также мясо различных видов. Покупаем поросят маленьких, покупаем зерно, потом выкармливаем, потом продаем людям. С реализацией проблем нет? С реализацией? Да нет особо. На порядочное мясо всегда есть клиент. Цены оптовые, можно сказать. По соотношению к зерну оптовые цены. 350 рублей, 300-350 мясо. Стоит отметить, что цены на ярмарке значительно ниже рыночных на 10-15%, что не может не радовать покупателей. Я представляю Кашихабльский сырзавод Кушхова. Сыр у нас, вот, пожалуйста, сулугуни, адыгейский, косичка, копченый сыр. С чистого молока, без всяких добавок, без ничего. Цены очень даже приемлемые. Вот взять сулугуни, он у нас получается килограмм 500 рублей выходит. Идеальный. Сыр идеальный вообще. С ходом ярмарки ознакомился и глава района Заур Хамирзов. Он отметил повышенный потребительский интерес покупателей вследствие увеличения ассортимента представленных товаров и явного снижения цен. Следующая ярмарка выходного дня пройдет в субботу, 2 апреля, на площади Ленина с 8 до 14.00. Бесподобная ярмарка, хорошо, так бы всегда было по всем субботам. Очень рады, спасибо большое нашему руководству, очень даже хорошо, спасибо большое.